И еще по теме. Около 20 воспитанников военно-патриотического клуба «Жастин Шлер» в преддверии Дня защитника Отечества и 30-летия со дня образования Вооруженных сил Республики Казахстан приняли участие в республиканской акции «Армия глазами детей». Компания организована командованием и службой по работе с членами семей военнослужащих военно-морской базы Актауского гарнизона. В конкурсе рисунков, посвященных Вооруженным силам Казахстана, приняли участие воспитанники дошкольных учреждений и ученики начальных классов города. 7 мая комиссия подведет итоги конкурса, и его участники будут поощрены ценными призами и подарками. Клуб «Мақсаты» жас буынды. Главная цель акции – духовно-нравственное воспитание наших детей, пробудить у них интерес к искусству, раскрыть их таланты и творческие способности.